Клименко, Донецк, Владислав Марчук, Киев. В красном углу ринга отдыхает боксер первого разряда Георгий Кукин. Он представляет город Киев. Тренируется в ДЮСШ номер 10 города Киева. Ему 15 лет, боксом занимается 4, провел 60 боев, 49 одержал победу. Является финалистом чемпионата Украины в городе Ровно 2014 года и финалистом зонального чемпионата Украины в городе Бердичево 2016 года. Мечтает стать мастером спорта Украины. Кроме бокса увлекается баскетболом. Тренируется под руководством тренера Андрея Генка.
синем углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Дмитрий Майдаков. Он представляет город Черкассы, тренируется в комплексной ДЮСШ «Виктория» и школе высшего спортивного мастерства «Общество Украина». Ему 16 лет, боксом занимается 6, провел 100 поединков, 96 одержал победу. Является чемпионом Европы 2014 года в Венгрии, а также триразовым чемпионом Украины. Спортивная мечта Дмитрия – стать олимпийским чемпионом. Тренируется под руководством мастера спорта Украины Александра Пискун и заслуженного тренера Украины Андрея Мальованова. Приготовиться к выходу на ринг 11-й паре Георгий Куки, 12-й паре Александр Белименко, Владислав Марчук. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Дмитрий Майдаков Черкассы. И он будет в воскресенье боксировать в финале наших соревнований за высокое звание чемпиона Украины. За третье место награждается Георгий Кукин Киев. Награждение проводит судья национальной категории Руслан Соколов. Итак, бронзовый призер чемпионата Украины по боксу среди юниоров Георгий Кукин.